20-й год подошел к концу. Уже февраль на носу, но нет конца пиздецу. Работы нет, прилегает маска к лицу. За окном снег, тлен, декаданс и абсурд. Пока в Москве отходили от новогодних тони, фаны Трампа штурмовали Капитолий в Вашингтоне. Они были недовольны из-за вброса голосов. В итоге их расселили по обоссанным СИЗО. В поисках виновных копам помогали, кстати. Одна студентка сдала им родную мать и дядю. А те, кто попал на эти исторические фото, лишились всего какого-то десятка лет свободы. Вот что бывает там с теми, кто лицом светит. А Трампу тупо закрыли доступ в соцсети. У него была красная кнопка, он мог нажать ее, но никакого твиттера, такая демократия. Нам есть к чему стремиться, но ничего страшного. Президент США на 10 лет старше нашего. Это были новости из оплота либерализма. Об остальном вам расскажут Тотто и Кингстон. Черт, все западные ценности, для нас ведь это чуждо. Свобода слова только лишь для тех, кто говорит, что нужно. Тебя забанят в соцсетях, если пизданешь не то. У них у руля меньшинство, у нас меньшинство. Бич, кучка жирующих старых пирданов. Разворвали всю Россию, у нас так заведено. Вы че хотите, как во Франции, мы у висков покрутим. У нас свой менталитет, и у нас особый Путин. Для кого-то бог воплоти. Но Навальный рассказал, на что-то налоги платил. Он доказал, наш президент откровенно скверный тип. Нащупал его ядерную кнопку, и теперь и него бомбит. Исков ответит нам про митинги, теребя свой усик. Протесты где, в Германии? Ребята, я не в курсе. Как бы наивно не звучало, наступит день революции, и этот гребаный дворец станет музеем коррупции. Но пока, неважно ты политик или блогер, они придут ваш тикток-хаус, поймите, ведь им похер. Они сами не стесняются, что они звери и уроды. Я гласать тебе приговор под портретом Ягоды. Запретили даже аниме эти тупые деды. Всем не нравится, что у нас в стране одни запреты. Разрешили бы хоть что-то и стало бы полегче. Вы что, забыли, как нам разрешили собирать валежник? Людям нравится свобода, люди приняли масштаб. Лондон дарит нам прогресс, хотя ты иного ждал. Чувствую себя подростком, что не выпался с горшка. Ведь еще не юзал старый, пока в моде новый штамм. Если копы не боятся, значит парень, а не режим. Ёбну бабушку с ноги, потому что она бежит. Ты думал, мы киберпанк, у нас тут лишь кибершир. Никогда не думал, что столицей станет Геленджик. Да и че им удивляться, если нами движет голод. Отдых на Мальдивах, где-то отдыхаем, как Конор. Быстро решая проблемы, каждый день нам блиц опрос. До Пасхи далеко, но уже нельзя материться в пост. Как не сгинуть все на дне? Не по кайфу во дворцах, пока по кайфу в тесноте. Нам они спрашивают, хули все купаются в бабле. Ну а как тут не купаться, ведь есть так вот дискотека. Свободу Тиме белорусских, свободу Young Trap, bitch.